вообще играла на пианино. Чтобы пианино играла. А потом, по прошествии многих-многих лет, когда я все время исполняла все чужое и забыла, что я могу сама, подруга мне говорит, нам надо, вот здесь будет в Обнинске конкурс авторской песни, фестиваль, мы с тобой должны туда пойти. Я говорю, ну так. Она говорит, ну надо петь свое. Я говорю, у меня нет своего, я только чужое исполняю. Она говорит, надо. И дала мне сборник стихов и сказала, вот, пиши музыку. Я написала. Вот. И сейчас две песни, как раз написанные в те далекие, предалекие, там, 90-й год какой-то, на стихи Константина Фофанова «Маленький романс».